Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня я хочу вместе с вами открыть окошечко номер 4 моего адвент-календаря. За этим окошечком скрывается очень быстрый и легкий в приготовлении рецепт печенья со вкусом ореха и эспрессо. Ну что, давайте приступим. Для теста мне понадобится 100 грамм мягкого масла, 70 грамм коричневого сахара, 1 маленькое яйцо, 110 грамм муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 чайные ложки эспрессо-порошка и 60 грамм орехов, мелко нарубленных. Для начинки можно использовать ганаш или нутеллу, 100 грамм примерно. Сначала я взбиваю масло с сахаром, затем добавляю яйцо, просеянный разрыхлитель и муку. Под конец я добавляю эспрессо и 40 грамм орехов. Из теста я формирую маленькие шарики и выкладываю их на противень. Разогреваю духовку до 180 градусов Цельсия и выпекаю 10 минут. После того, как печенье остыло, можно перемазать их нутеллой или ганашем.